Уже отгремели залпы Великой Отечественной войны, и авиация вступила в новую реактивную эру. А эти истребители с поршневыми двигателями имели такие высокие боевые качества, что их продолжали проектировать и выпускать массовыми сериями. Самолеты Лавочкина Ла-9 и Ла-11 в фильме «Оружие». Одним из лучших советских истребителей времен Великой Отечественной войны по праву считается Ла-7. Эта машина стала поступать на вооружение военно-воздушных сил Красной Армии поздней осенью 44 года. Главным отличием «семерки» от ее прародителей стала конструкция силовых элементов. Материалом для них теперь служил дюралюминий. Но планер самолета оставался деревянным. В этом состоял большой резерв снижения массы, повышения прочности и надежности. Немедленно после запуска в серию Ла-7 инженеры конструкторского бюро Семена Лавочкина приступили к созданию цельнометаллического истребителя. Металлургические заводы на востоке страны теперь производили достаточно алюминия, чтобы успешно решить эту задачу. Очередной истребитель Лавочкина получил индекс Ла-9. Он проектировался под перспективный двигатель Аркадия Швецова мощностью 1900 лошадиных сил. Но эта силовая установка так и не пошла в серийное производство. Пришлось вернуться к хорошо знакомому М-82ФН. Самолет успешно прошел государственные испытания и в 1946 году был принят на вооружение военно-воздушных сил. Ла-9 – истребитель. Длина 8,6 метра. Размах крыльев 9,8 метра. Максимальная взлетная масса 3676 килограммов. Силовая установка. Двигатель М-82ФН мощностью 1850 лошадиных сил. Максимальная скорость 690 км в час. Практический потолок 10 800 метров. Практическая дальность 1735 километров. Вооружение 4 пушки НС-23 калибра 23 мм. Ла-9 впервые были показаны широкой публике в 1948 году на авиапараде в Тушино. По заданию командующего ВС Василия Ильича Сталина мы готовились к высшему пилотажу на этих самолетах Ла-9 в составе 9 самолетов. Значит, я попал в этот парадный расчет и вводил правое звено. Высокие летные характеристики Ла-9 были достигнуты в первую очередь благодаря улучшению аэродинамики. Компоновка планера включала в себя установку крыла ламинарного профиля. То есть что такое? Это по существу симметричное крыло. Это улучшалось обтекание и срыв пограничного слоя, что приводило к потере подъемной силы на крыльях значительно позже. И плюс еще у него консоли были не закругленные, а прямой срез был. Это мысль, воплощена была в практику дерзкая для того времени. Это, пожалуй, единственный самолет был истребитель вот с таким профилем крыла. Впервые отечественный истребитель получил совершенное радионавигационное оборудование. Оно включало радиополукомпас и аппаратуру опознавания свой-чужой. Ла-9 серийно производился до конца 49 года. Всего было выпущено 1882 самолета в боевом и двухместном учебно-тренировочном вариантах. Одновременно в истребительные части советских военно-воздушных сил стали поступать первые реактивные самолеты. Однако они были еще не очень надежными, имели малую дальность полета и требовали хороших аэродромов. Эти машины могли использоваться только в качестве фронтовых истребителей ближнего радиуса действия. Принятие на вооружение советских ВВС бомбардировщиков Ту-4 поставило на повестку дня вопрос о дальнем истребителе сопровождения. Необходимость в этой машине назрела давно, еще во время войны.
малая продолжительность полета была ахиллесовой пятой советских истребителей. Радикально повысить дальность действия реактивных машин конструкторские бюро не могли. Опыт работы в этой области был совсем невелик. А решение проблемы требовалось найти немедленно. Военные вновь обратили свой взор на поршневой истребитель Семена Лавочкина Ла-9, который был хорошо знаком и летчикам, и техникам в строевых частях. Промышленность освоила его крупносерийное производство. И самое главное, самолет имел резервы повышения дальности полета. Конструкторы сделали машину легче. Для этого сняли одну пушку из четырех. Там за счет облегчения конструкции, значит, увеличены топливные баки. Вот. Так, например, у него первый вариант, самый пилотажный, это на 2 часа, а потом 4-6 часов он мог ходить. После всех доработок самолет успешно прошел государственные испытания и был принят на вооружение под индексом Ла-11. Ла-11 – дальний истребитель. Длина 8,6 метра. Размах крыльев 9,8 метра. Максимальная взлетная масса 3996 килограммов. Силовая установка – двигатель М-82FN мощностью 1850 лошадиных сил. Максимальная скорость – 674 км в час. Практический потолок – 10 250 метров. Практическая дальность – 2235 километров. Вооружение – 3 пушки НС-23 калибра 23 мм. Производство машины началось в 1947-м и продолжалось до 1951 года. Всего было выпущено 1182 истребителя. В начале 1947 года, во время встречи с Лавочкиным, Иосиф Виссарионович Сталин спросил авиаконструктора, какой самолет нужно запускать в крупносерийное производство – Ла-11 или реактивный МиГ-9. Лавочкин сказал – МиГ-9. «Нехорошо, что конструктор не заботится о своей машине», – назидательно произнес Сталин. «Ла-11 – это самолет, в котором устранены дефекты. Есть летчик, который может его пилотировать, механик, который может за ним ухаживать. А что такое МиГ? Груда металла». Во второй половине 40-х годов стал набирать обороты маховик холодной войны. Ареной противостояния недавних союзников стали в том числе и арктические районы. Над Северным Ледовитым океаном пролегал самый короткий маршрут для обмена бомбовыми ударами между СССР и США. На бескрайних заполярных просторах стали готовить ледовые аэродромы. С них должны были взлетать советские тяжелые бомбардировщики, чтобы атаковать цели в Соединенных Штатах. Для этого пришлось решать множество технических проблем. В крыле по передней кромке, значит, стояло рядом стыковки крыла к фюзеляжу, ну, примерно вот на таком удалении ниша, отверстие, куда заходил встречный поток, и он омывал переднюю кромку крыла. Вот. Ну, сам по себе встречный поток, он при сжатии воздуха нагревается. И плюс еще подогрел. То есть самолет не обледеневал. Вот. Потому что для, если так честно сказать, в то время для этих самолетов поршневых не было таких антиобледенительных устройств. Было там немножко спирт, вот фонарь кабины. И все, а все остальное. А этот самолет был оборудован. Особенно для севера Ла-11. Вместе с Ту-4 на ледовых площадках базировались истребители. Их задачей была защита арктических аэродромов от воздушного нападения и перехват американских бомбардировщиков. Ла-11 вполне подходил для выполнения такой работы.
Он имел большую дальность полета, мог взлетать с неукатанных площадок, садиться на льдины. С 1948 года строевые части, вооруженные Ла-11-ми, несли регулярную вахту по охране северных границ. 8 мая 1948 года впервые в мире советские истребители вместе с бомбардировщиком Ту-6 совершили благополучную посадку на льдину в районе Северного полюса. Ла-11-е успешно выдержали это суровое испытание. Ла-9 и Ла-11 были истребителями, которые вобрали в себя опыт военных лет. Огромная энерговооруженность, маневренность, высокая скорость, мощное пушечное вооружение, надежность и живучесть, а также простота управления и обслуживания. Вот что принесло успех и заслуженную славу этим машинам. Ла-9 и Ла-11 уступали первым реактивным истребителям только в максимальной скорости. При этом значительно превосходили их в скороподъемности, маневренности, дальности и продолжительности полета, а также по мощности вооружения. Поэтому Лавочкины служили в истребительных частях и летных училищах до середины 50-х годов, как переходные модели. Самолеты Ла-9 и Ла-11 стали символами совершенства и пиком развития советской поршневой авиации. Эти грозные боевые машины были созданы благодаря таланту и энергии Семена Лавочкина, выдающегося инженера, конструктора, исследователя, организатора авиапромышленности.